Я на форме его тему видел. Тему не он ведет. Да. Ну кто-то там написал, что им нужен милисник и РМЗД. Ну да. РЖД. Так же, верно, да, у нас флаг на С был. Нет, я был на С. Вот это понятно. В смысле? А, ну да. Окей. Ребят, мы метку А потеряли. А вон она там, за боссом спрятал. Теперь у Лоры другой голос. Тебе нравится? Не очень. Так, Артиэль, ты, по-моему, на Б, что ли? Да. Тихий, вначале поближе ко мне стой. Хорошо, по-другому. Где-то на второй-третьей ГКДшке. Ой-ой-ой, а как так получилось? Ай-яй-яй, ну да. Я наверху. Окей. Он бастер. Сходишь на Б? Угу. Да. Ой, что-то я рано до сюда пришел. Интересно. Сколько человек наверху? Трое? Я наверху, Сократель наверху. Один лишний ДД. Там бастер. Так, здесь его, да, можно оставлять? Да. Правильно? Угу. Да, нормально.
Кто-то не оттолкнулся? Может, просто упадем? Ну, можно и так. Ну, мы можем его убить, а можем его упасть. Кто-то поднимается, а кто-то падает. Ну что, мы уже вводим под... А там вот первый раз, когда мы на щупальцу идем, есть возможность пораньше вести босса? Или там прям никак? Ну, мы, как я понимаю, не раньше не видим. Если раньше увидят, то да, поведут. Да можно, в принципе, он там вроде не кливает. Давайте тогда его ближе к центру держать, чтобы недалеко было бежать. Может, башка на танк упадет. А трики не было? Была вроде. Была. Нормальная такая трика была. Ой. Сократили, что с тобой? Ну, тут мы по умолчанию поели.
Ну да. Опа, а такое бывает, Славик. Давай, вот так. Что ж ты мутишь? User disconnected from your channel. Ой, как некрасиво. Ну, почти. Мы больше не водим на цель. Ну, в прошлый раз вы не повели его. А ему книжка упадет, если мы убьем? Или как ему засчитается? Нам может один сундук из-за этого прийти. Я, конечно, особо в нас не верю, но... Похоже, отошел просто парень куда-то внезапно. Нет, ты не видел? У него же это... В теске кто-то вылетел. Это... ваши друзья гильдейные. А что, мы в центр больше не будем или что? Я не знаю, кажется, все время творится. А. Валикс, на тебе. Еще одна. Да, Валикс, надо будет отлететь. Где свободно? Мне кажется, бы. Да, похоже. Нет, там сейчас трупы будут. Йоу. Ну, это точно вайп. Он сейчас там постер, да. Ну и ладно. Бегу, а слушай, 58 тысяч бьет без прожимок, прям так бах и все убиться, больно. Картель, а ты где был? Расскажи нам. Сори. Блин, не знаю, что, не ведем в центр, что ли, вот на этих? Ну-ка, там, ДПСный. Я так понял, теперь всегда в центр ведем. Это просто, чтоб знать. Потому что сейчас я дал трипу в лицо. Резко повернули босса. А босс взял и выплюнул твою трик обратно. Это просто я первый трай подождал. Вот так, смотрю, не ведут. Дал трику нормально. Я думаю, здесь уже, наверное, тоже не поведут. Хрень. Ого. А может на всю пати? Ну, трик это вешается для всей пати, правильно?
Ну, тогда уж если драгун умирает с тезером, то человек с ним тоже умирает. Чё мелочиться? Зачем? А вот это же баф идея. На урон. Просто бы ТП сжигало и все. Или ману. Ой. Один лишний наверху. Павик лишний. Я наверху. Ну, Даня, ты наверху не поднимаешься. Ага. Блин, вот можем мне что-нибудь какое-нибудь мощное? Там паловскую няшку, а то у меня нет ничего. Я даю уже всегда. Спасибо. Да, по часовой. Просто. Вот это он подлёк в спину каждый раз. Не по-пацански вообще. Ого, осторожнее, пожалуйста. А что-то подумали. Там повышенная концентрация Бэтмена на Д. Ой-ой-ой-ой-ой. Я нервно. А вот здесь, да, уже надо. К центру вам. Или где? Ой, это что с этого было? Это движение. А мы вот сейчас в центр, да, не поведем. А вот нет, сейчас, да, надо? Не поведем. А что так? На следующем надо там вот будет.
Только там, по-моему, будет где-то клип завтра. Ты мне? Я не помню. Ну ладно. Не лишний тебе. Ну вот сейчас, наверное, надо в центр вести. Да, вот мне колпроп пошел. Ну, это и так. Надо запомнить. А лучше записать. Я понял, Валик хочет сегодня заклирить. Валик, уйдешь? Это правильно. Это подозрительно, вот это вот тентакля лежит, которая как бы в А или в Б, непонятно. Да? Ё, да. Одно с одного вот. ДПСики тут. Не помню, сейчас есть орешки. Некому его сдать. Прими лишний привет. Каждый думает, ну кто-то из двух-то точно сдаст. Пина придавила парня. Кто там заказывал бошку на танк? Напророчил. Такое. Апгрейд. Так, сейчас, секунду. Апгрейд можно, так, я эти две высуну. Ну, в общем, я гридаю, да, там. Можно гридать все подряд, только нидать то, что хочешь, да? Да, бошка, кстати, на хила упадет, так что разыгрывайте. О, ботинки на хила. 93 забрали? Че с баночкой там? Ну че, нит на мейнов, грит на альтов? Дядь, у тебя сколько было? Вот так, ниже 90 у людей не бывает. А баночку чего? Я пропустил. Ну, нит на мейнов, грит на альтов. А драгун считается мейном? Да, у тебя считается. Нет. Уже. Ну, так. Ничего, там все равно нит на 10 был. Не страшно. Кстати, Йора, что, дадим апгрейдик этот на вепон? Ну, я тоже так думаю. Сейчас паха книга падает, да? Так, Йора, чего хрень? Э? Это я, походу, попутал тут. Шутишь? Нет. Валик, да, забрал? Вообще. Серьезно. Вот это поворот. Я еще не собирал, кстати. Ну, точнее, я один взял, и все, мне больше не надо. Ну, это, кстати, нечестно. Я считаю, что даже должен каждый по одному. Ну ты же не ролил. А я не соглашусь.
Нет, я никогда такого не говорил. Я всегда, вообще всегда придерживался. Мне три нитки надо. А мне две. А, ебан. Точнее, уже одна. 8. А мне нитки не нужны. У меня там просто жесть. Но мне нужна куча баночек. Если быть... Еще плюс 4 штуки. Ну что вы там? Давайте, замелдитесь, заапгрейдитесь. Кстати, вид убираем, да, уже? Ну да. Прикольно, туши. Ну, за книжечки все. Ну, считай, если 10 колов делать, то 2 за книжечки. А пояс же он как аксессуар считается. Ага. А тебя кольца с критом и директом? Ну и Сережка и кольца. Ну, с критом я понял, да, на шерстик. Ну и ладно. Да ладно, потом. Я просто так. Поддержать беседу. Если нет дед, беру СС, да. Нет СС, беру Пити. Ну что, сделаем первую механику по-красивому? Так, типа все умрем на ней по-красивому? Нет, ну там лево, право, вверх, вниз. А, это красиво. Это по-правильному, а не по-красивому. Давайте мы ее просто сделаем. Фига, Йорыч такой одетый парень. Да он такой модный. Кстати, а как мы делаем? Мы все время просто по-разному как-то делаем. У нас те, кто с метками, ну, книжки, идут в центр, а те, кто без меток... Ну, сбоку или наоборот? А это мужик, как это? Да, просто каждый... Как встал? Я понимаю, что не важно, но... Какая-то система должна быть. А, погоди, ты тихий, а ты где, кстати, стоишь? Моя книжка. Ну, на дальней? А, окей, секунда, тогда. Вот это для Йору, да, тогда получается? А панельс это чё? Ну, наверное, то же самое. Это зверушки, я так понимаю. О! Бамстер. Ням-ням. Сейчас все равно лайкнемся вначале, все так рассуждаем. Савик успел задонатить на копье. Нет. Нет? Это 68-й, по-моему, или 66-й, что-то такое. Да ладно, это же с магазина копье. С магазина такое же белое, они ни то, ни другое не красятся. А, не, ну это норм выглядит, такое моднявенькое. Вот и я думаю, зачем, типа, платить. Смотри, какой флюгер Гехаймен. Вставляешь такой, а он такой... Мне вот в сложном состоянии больше нравится. Да, дубина такая, лица разломала. Интересно.
Мы, кстати, ему не сказали, как мы это стартово делаем. Разберется. Не маленький. Он парень крутой. Ой, я забыл взять это самое. Опять? Ну ладно, с маньёром. Тёру, Тёру. Ага, Йору сюда встал. Так вот, там далеко. Ну ладно. Посмотреть, что там справа. Даня, привет. Привет. Я успел. Жарит больно. Нет, тут уже не было КГ. Она где-то там откат. Да. Старик. Так я. По-моему, у нас кто-то лишний был, да? Не, не у нас. А, не у нас. Давай. Ой. У меня. Кто-то лишний. Ну и Йорыч тоже вроде был на Б. Может, они просто оба неправильно сделали, все окей должно было быть. Ну вот, труп Йору точно на юге был. Насчет того, куда он пошел, не знаю. Думаешь, его притянуло? Да он знает. Он же делал правильно. А Шаркова его предупредили, не? Или будем так же делать? Ориентироваться на Йорыч. Да если честно, понятно. Можно просто реагировать. О, я как бы без претензий. Она на меня кидается через 4 пула где-то. Ну там шанс как раз небольшой. Ну да. Валик, ты взял, да? Да. Алекса. О, осла.
А он когда механику делает, он повернулся, и все, как бы тут уже все. Не угадаешь. Это нос. Ай. Опа. Убила парня. Осторожнее, вообще дракон сдует. Нет, не сдует. Опа, спасибо. Что-то я КДшку потерял где-то. Кстати, даже статус, статик Телоса нет, вот это водить босса здесь правильно. А, я знаю. Садился, мне понравилось. Я не понимаю, как они это делают. Ну, видишь, у нас просто кнопки у всех до последнего горят, а они сразу бегут. Так что тут все довольно просто. Валикс, тебе агро подкинуть? Приятель возьму. Давай, я сейчас провокну. Вот я провокнул. Кинь мне шир. Да, а, у меня провок это уже нету. О, ну вок. Когда откатится? 20 секунд. Угу. Ну окей, вот. Ничего страшного, сейчас ада схвачу тогда. У меня есть что варнес есть. Если вдруг она мне захочет вжарить. Успеем. Забрал. Отлично, помазал.
поросята на выпасе. Мишки? Их он прямо там за 100 километров. Не, ну зато видно сразу. Тоже неплохо. Ой, ой, опасная механика пошла. Тихий, ты помнишь, что на тебе ЛБ? Будьте бдительны. Ой, тихий, ты не бомби, пожалуйста. Фу, никак. Еще. Уходим? Да-да, давай, давай. И если я сейчас обосрусь на механике, прошу в этом мою клавиатуру заменить. Там котик? Можем убивать легко, да, да. Ну, не легко, но можем. Ой, я, кстати, забыл сало взять. Чё, ну, все в босса? Дурачок. Не-не-не, давайте такого. Там у Алекса времени. Мало. Дядя, я забыл сайлент взять. Простите. Не будет вам полтора ЛБ бесплатно. Даже 0.7 не будет. Тем более 0.7. Нет, если бы я не сдох, наверное, был убит. Ой, сейчас жопа. И не говори. Неплохо. Ну чё, это парсик, да? Нормально. И вот это она, конечно, отмочила детско, слушай, мне прям понравилось. О, башка на драгуна. Понеслась. О, моя любимая. Забирайте. Забер. Собственно. Башка. У меня на низу есть штаны, так что если надо кому-то, берите. Это, все слышали, да, апгрейдик Йору запасайте. Зелененький, mm-hmm. Да. Ладно, на нитку я брал одну, так что забирайте, yeah. Пожалуйста. Я тоже брал, но не одну. Записал вот нотик. Что нас босс убил, да? У меня скоро будет много блокнотиков с косяками там, кто что залутал. Армолики. Пойти что ли 40-ю пушку на РДМ взять или? Блин, не надо. Расслабься, может сейчас упадет, и мы ее погридим все дружно. И на пол упадет. Нет, давайте про на пол, у нас плохие истории есть. Она не забывай, что я на шкалере. Ты Славик решил, но все-таки на РДМе? Ну да, там третий милишник слишком не очень. А ты уверен? А можно я на ДК схожу, кстати, господа? Ну как хочешь. А давайте закроем, а потом мы будем тестить, это все интересно. Не, ну это не тест, это просто на ДК сходить. Тихий, когда я слапал? Когда я слапал? Вот просто вот ты... Вчера. Вчера. Ну... Не, подожди, в рулетку ты что-то пошёл?
Дармас. Позавчера? Позавчера не было рейда. Я знаю, позавчера был. Слабый. Да. Такого не бывает. Потому что карты слакаешь, да. Нет, у кого-то, понимаешь, например, если бы я не пришел в рейд, это получается я заслак. Это красиво. Вообще прям. Вот тогда у меня осталось две шмотки, одна шмотка там или сколько, две. Просто Dark Knight, такая вкусняшка есть на 10 тысяч хп прожимочка. Ну ты смотри, 15 секунд кулдаун. А ты именно умеешь? Да. Да, я им тренировался. Смотри, Даня, ты поосторожнее, Шагро сейчас на магистах Йору там, ну, не особо знает, как Шрау держать. А, да, нет, без проблем. Тут даже попроще будет, мне кажется. А, кстати, а как вы второй раз будете делать этот? Кого? А, что насчет, подожди, да, слушай, вот это интересно. Второй раз. Thunder 2. Или 3. Третий, точнее, Thunder 3. А, ну да, Dark Knight. В этом плане варупе, ну ладно, поем на варе. Жопу. Нет, пошли, все успеет на ДРК. 5 минут. Славик, ты кем хочешь? Вот как есть. Драгуном все-таки? Угу. Ну пойдем. Ох, а вам места хватит? На дыль. Побегать. Да набрать это что, он отпрыгнет и обратно впрыгнет. А-а-а. И во время отпрыгнет в АУЕ. Прыгнет в АУЕ. И впрыгнет в АУЕ. По наработанным стратегиям. Я так сделал, кстати, один раз. Мне прям очень понравилось. Что, сократили, наш креатив не нравится. Бонус! Ой. Опа. Сотка, верите, идите. Опа, пиздец. Сейчас я, погодите, Хлоя там заезжаю. Погоди. Это хороший план был вообще. Йоро обиделся. Зачем вы так? Он же хороший. Сейчас прыгнет. Ой, тут слишком много котиков было. Давайте поменяю скиллы немножечко. Конвалесенс попались не будет. Оп. Так, ребят, я тут первый раз на шкалере. Ну не первый. Не первый.
О-о, вот это дадло, красивое, вкусненькое, свежее, белое, сочное. Это террористы тут бегают, блин, убить меня хотят. А вам Славик прибавился. Ой-ой-ой. Я сюда не так подходил. А. Ого. Внезапно. Мне тут Веню прислали. Да. Прыгнем опять. Ты что, прыгнем? Давайте прыгнем. А вот, вот и лишний не лишний, да? Ну да. Давай прыгнем. Так чё там, я могу стакнуться с Акиной? Ну, в принципе, да, у нас же первый плеер не бьет, а второй. Мне так даже удобнее будет, я там как раз провоку и отдаю. А Лора, я под жопой в это время, ну просто чтоб ты знал. Чего ты? Под жопой в это время. Во время файра я подумал. Окей, я справа тогда буду. Окей. Дракон павер. Павер ту лайп. Да, меня тут еще отвлекали, на самом деле, я даже не понял, что произошло. Почему 8? Не, ну там же не было такого, что просто по механикам. Сладкие гритули. Не, они вообще охренели, слышишь? Получается, да? Вообще черти, просто так за... Накрыли меня вообще со всех сторон. Ну я прям в топе заходим, это жесть какая-то. А чего у вас там происходит? Вы не можете втроем распределиться? Ну изначально, ну Лора же не знает как. Изначально надо стакаться под жопой. Это раз. В это время Лора был слева, куда мы обычно бежим. Ну ладно, это мы сделали. Но здесь сейчас, я не знаю, я там сзади, я никак не мог. Я был справа. Ладно, пусть я буду виноват. Я даю вам еще один шанс. Лора, смотри, когда это... Вначале мы лужи под жопой. Под жопой, да? Пожалуйста. Кто вас строит, да? Может, наверное, в Алекса кидать, на меня кидать. Все равно мы рядом стоим. Мы-то вообще как не движем. Так что, тихо рядом будешь? Нет. Он же сказал. Окей. Кинь Виора, чё там, не знаю, фейку кинь. Фейка тоже рядом же, да? О, вот так мне нравится вообще. Это красиво было. Ой, это ж не старт. Передумал, да? Сейчас отойду.
Берегитесь, валится. Ганя, прости. Ай, мне писюлька хп не откидывалась. Там прям вообще так мало было. Не знаю, вот рядышком стоял. Ну ладно. Наверное, я не дошел просто. А не это? Миш? Да я кастую, что человек мешает мне. А, я просто переживаю. А я доверился Сири. Зря. Доверие, да? А мнение, вот лучший враг. Ой, хуй, пардон. Ох, этот мистер разный тайминг. Надоел со своими шуточками. Да, мы пошли. О, Алекс-то, я тогда туда пойду. А тут же Славик и в мгле не умеет. Научим. Что под контролем, братишки? Научим. Что было вообще в Москве лучше, не переживай. Сейчас втроём просто как папки разошлись. Угу. Да, красиво так. Главное не останавливаться. Какая фразочка, да? Мы его тут на ремни сейчас порубим. А, там что-то немного тайминг сбился. Ну, в этот раз все на меня кладутся. Помнишь, ходили в прошлый раз в Алекс? Все на тебя падали. Лизард. Ох, ё. У нас боец потерян. Попытался. Ну да. Осторожно, 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 бип, 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 да ладно. О, красиво. Так, ладно, я провокаю. Вот так, в общем. Не, да, брат, ему побольше смысла. Я так испугался, что он шилер потерял. Бафчик на скорость, я забыл, как это сказать. О, Бенька. Да? Ну-ка, надо похилиться. Это нет? Эх! Блин, тут... Пиздец, да. Все три прыжка в момент, когда Близзарды появляются. Тебе понравилось тот наличник? Вообще не понравилось. Там очень плотно затаймить, чтобы прыжок сделать. Шарик, шарик, шарик. Да, да, шарик. О-о-о-о! Точно, чуть не пропустил. Ну, не знаю, Сири придется, конечно, я же не помню. Алекс. Алекс подскользнулся, упал с краешка. Пока Сири нет, я меточки поставлю. Ой.
Все, крестик готов. А чего он не согрелся? А вот. Да ну нахрен, бьет. Ну, можно минутку сейчас подойти? Он не сидел и общался с нами о чем-то. Такс. Я вот думаю, у меня прыжок откатится там на отталкивалку 30 секунд или нет. Ты не посмотрел гайд по драгуну? Там же был гайд по драгуну. Да я сам могу писать гайды, ты чё? На РДМ? Господи, что там писать? Жми 1, жми 2, жми ли комбо? Ну как же нажать, чтобы там прок был и всё там всё? Ну... Первое это обычное, а второе это прок, все. Ну а вот ГКД, две штуки аж. По крайней мере, я только две, конечно. Посиди. Целых две ОВГКДшки, оверпавер, ну тогда. Не, ну они прикольные, анимация прикольная. Ну да, анимация прикольная. Я не знаю, но она с понижением. Только по первой цели бьет, но я не понижение? По-моему, нет. С понижением. Вот, но не суть. А в ГКД, по-моему, с понижением. Но которая в соло цель у него ебанутая. 420 потенси раз за 25 секунд. Да, приятная фишка. Палас выносит вообще на ура. Да. Да, да. Так, все, выходим. Это только в ГКДшку на двух целях. Валекс постоянно, да, X он спаунится, когда мы тут. Да. Каждый раз. Три цели выше это для. Для ГКДшки чередовать, а оф ГКДшка уже на двух больше дамажит. Ну, чередовать нет смысла, потому что там уже проки еще, они быстрее заряжают те ману, чтобы ауешкой накрывать потом всех. Она тоже 200 потенси, 1.5 секунды откат и без демолиша. Я здесь. Ори, я тут. Там Йор еще надо сказать, куда бегать. Да он ты. Лучше нас. Возможно. Парни, если у вас там будет свободное время, то начинайте уже песок копать, потому что поушина заканчивается. Я в этот раз не потянул 1000 без кров. Тихие, это только начало. Нет, ну смотри, там... Ну я ж не вам не говорю, что типа садитесь и по 3 часа там, полчасика, половите чуть-чуть и как раз к выходу аддона, ну не аддона, а этого босса мы сделаем пол. Ты. Так, что мне здесь на пулета делать, когда шкалировал? Ребята, у меня кризис, я не знаю, что делать. Сейчас пощупаешь, разберешься, что там. Не переживай.
Ори не скинул. Такое. Что-то пошло не так. Я на пуле кидал на него туманчик. Да, на пуле, правильно, смеха. На мне был дебафчик еще. А-а-а, ну обидно. Еще вообще. Ну да, гросс брасс. Да, я даже догадываюсь, почему с тобой такое произошло. А на ком метка была? На Йору. А, наверное, не добег. Я перебег. Да вроде рядом стояли. Вот я тоже не очень понимаю. На моем мониторе мы оба нормально стали, но я долетел куда надо. А тихий, ты перелетел или в сторону? Чего себе. Может после туманчика дать? Не, это просто. Да не. Сейчас разберемся там. Парни, извините, но это фигня. Ну. А за пот кто платить будет? Ты? Ты? Да, я заплачу. А что случилось? Трик. Я кинул туманчик. И да, трика полетела в задницу. Что значит платить? Половина релегов моя была. Ну в смысле? Общие поты. Хорошо, я 10 тысяч вышлю тебе лично. Да ладно. Разве банка 10 тысяч, но вроде 2,5к стоит сейчас. Вот. Подожди, это сучка не дороже стоит? Не, ну крафтить-то бесплатно. А то знаешь, как это, за деньги можно и бесплатно. Тонко так, да? Ой-ой! Не-не, я забыл, не кидает. Да, нормально, вроде все живы, чё. Не, в этом плане-то да, но не кидает, я всё равно забыл.
Ай-яй-яй. Э, вот так. Я вам так даже пеньку подкину. Какую она? Заботливый. Ну вы прям так красавцы. Ну да. Это мы могил. Я, кстати, думал, я успею отойти, но я не успел. И все, наверное, думали тоже, я успею отойти. Я вообще не видел, где она. Хочу довериться. За внезапные потери бойцов. Ой, сложно. Ладно. У меня только один вопрос. Я когда с французами на другой находил, у меня до большой разбежки было 5 КДПС. Где они? Просто где они? Мы их съели. Если у тебя французы какие-то там заскивают. Сейчас с ними все хорошо. Вот. Ты че, одного француза мало? Может, их не было, но тоже может быть. Но они были. Но сейчас их не было. Француза Шрёдингера. Ну, кого вспомнить идеет Шрёдингер? Я не прожимаю. Даня, привет. А, как тебе молния? Вкусно? Я что-то думал, она попозже влетает. Ну ладно. Ну ладно. Ты чё, она прям сразу два раза подряд бьёт. Наркоман, блин. Я пытался. Ну вот где твои 5 КДП. Ну ладно. Ну, я не могу резко. Давай по-братски, Юр. А давайте прыгнем. Тоже варик. Ну, мне нравится фраза, ну привет. Неуловимый драгун. Славик, молния не контрится. Я буду бегать направо, к Валиксу. Нет, не бегай направо.
Ни в хуй. Валик, по-братски поделим. Там Валик, там Близзарда. Три Близзарда моих поделим, да. Как бы, да, делить с танками — это такая идея. В смысле, так нет, смотри, мы же все равно потом возвращаемся под центр. Ну ты подели, подели. Ну, Валик, короче, ты понял. Я тебе говорю, не беги ты направо. Я думаешь, просто так это сказать? Короче. Лора, блин. Ты жёшь, конечно. Ты был тут, а не внутри босса. А давайте прыгнем. Я и не должен быть внутри босса, там сокрытие. Ты неужели там ты два, думаешь... Там неужели... два милишника умещаются. Неужели ты думаешь, что справа у нас все время пусто было? Просто... Лора, давай, назад. Погоди, погоди. Смотри, нет, ты сам вот можешь умирать сколько хочешь, а вот других не убивай. Нет. Да. Я знаю, что ты, наверное, так сейчас убит. Мы можем втроём побежать на А, а потом он отпрыгнет. А танки по сторонам. И я думал, что, ну, типа, если... Вот, точнее, справа от А. А скотель слева, то я вот тут вот с Валиксом. Нет, то... я бегу направо. А, сократель бежит вверх. Так, я на... Справа, а сократель вот тут вот, слева. И там вполне себе два милишника помещаются. А какие у милишников-то механики? Вот спавнятся под нами, под всеми лужи, мы выбегаем. На милишников кладется лужа, а дальше... А как ты это промога, сделаешь, если промога. На А будет лужа, Лора? Там будет лужа. Смотри, первый стак луж. Ну, милишники, вот как я входил, да, бегут вот лево-право от А. Появляются лужи, они бегут обратно вот сюда. И все. Ты знаешь, что когда появляются лужи, в танка бьет тандер? Я уже увидел, мне этого раза хватило, но я тебе говорю, что вот, мы ходили, когда я в два милишника. Два милишника. Ну, смотри, один был вот тут вот, погоди, один был вот тут вот, второй был вот тут вот. Вот два милишника, а танки были, соответственно, слева и справа. Лора. И мой план был встать вот сюда. Это был... Я просто твою логику, вот представь, два милишника мучаются на севере, а справа пустое место. Ты как себе это представляешь там, просто? Вообще-то всегда танк был. Ты вообще... Ты видюшки, мы когда даже смотрели эту тактику, видюшки скидывали. Буквой Г бежит танк. Сокрытель бежит вперед и назад. Вот, у нас такая тактика была. Всегда. Я понимаю, что ты сейчас хочешь, но... Я не знаю, получится так или нет, но ты можешь попробовать, я туда не побегу. Давай, ты рядом с Даней тогда, Лора. Вот там место свободно. Не, ну я на максимальный рейндж там отхожу, так что, ну можешь попробовать встать. Я боюсь, мне что Валик сможет зацепить свои молнии ДТшника. А на Валиксе не будет Валикса молнии. Не, нет молнии. Ну, туда, я же говорил, со мной там... можно бегать спокойно. Ну я туда не бежу, я бегу справа. Я побегу внутрь налево от Та. Ко мне, да? Да. Ну хорошо, да? Я буду ждать. Я не против. Я на все согласная. Я буду ждать тебя, Славик. Так. Ну-ка, я даже на это посмотреть хочу. Так.
О. Ничего себе. Вот это поворот. Вот это да. Возьми, просто возьми. Просто seriously play с high level gear, да? Да вы издеваетесь. Валик, там щит нужен? Там подхил на флец нужен. А, слушай, ну вообще да. Там ж бьет там не детско. Там просто орехи трещат у танка. А тебе щиток Ганя здесь нужен? Ну здесь достаточно то, что я рампарт нажимаю. Ну и вот плюс это твоя фигня вообще заходит классно. Мне прям нравится. И не бойтесь, что вы нагрели босса, потому что сейчас все равно сброс агро будет. Жарит мне по самые помидоры. Слушай, ну вот это намного приятнее, когда у всех по 10 тысяч хп, а не по 1000. Неожиданно, правда? Вообще, слушай. Я аж испугался, тоже пошел. Так, сейчас этот Кариб здесь. А я верю в вас. Не пошел. Молодец, что ты звал. Ладно. Я был опасен. О, сейчас аэро будет в меня, так. Да я помню. Ой. А как приятно, когда ты второй по игру. Не, с этой. А как ее? Ну вы поняли. Что, Славик, мой выход. Вышел.
Славик вышел. И товарища захватил. Я же говорил. 8 тучек для Славика. Я туда пришел? Да. Ой. Не боись, не боись, не боись, все. Все под контролем, спринты. Не, смотри, ребят. Не под контролем. А можешь напрыгать, да? Да. Ну ладно. Прощай, суровый мир. Ох, какой живучий пиздец вообще, прям, смотри как. The Surge 55 тысяч, да ну нахрен. Там у вас там проблема произошла, скажите мне, пожалуйста. Я так отошел, что даже до босса не дотягивался. Вправо надо было, еле. А так нормально. Пришел, значит, но... Лора. Значит, да. Права свои качать. Вот здесь вы мне лишних, здесь тоже, здесь. Не, ну там же не совсем, знаешь, ну, побежать на 12, либо на час, вот чуть правее, а... Да, 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 да. РГДшник, иначе нас устраивает. Погоди, у кого 45-я пушка? У меня. Славика? Да. Да блин, ну Славика там место, кстати, вообще, он может за... Он может вот сюда прям вставать. Что? А как так произошло, кстати? Как? Ну... Почему? Я не буду говорить, мне стыдно. Что-то хп кончилось. А, ну бывает. Хп, ну такое, оно не постоянное вообще. Валекс, ну ты там вообще нормально заехал. Что, где, расскажи. Ну ты же сейчас был возле А. Нет, бежал на свое привычное место. Трое успел было. Успел всадить ГКДшку, а потом хрязь, и все покончилось. Ой-ой-ой, стрелял.
Зачепило. Пичка такая. Точно не надо. Не-не, все, все под контролем. Он здесь даже. Он здесь не убивает. А вот здесь сейчас натикает, нормально будет, вкусно, сладко. Я-то провокнул, но кто-то агро не скинул. Я ж тебе сказал, осторожнее с агром. Не, я нормально там наяривал, между прочим. А, ну значит, Йора там тоже нормально так наяривал. Он что-то заслаг. Да я буду кидать, на всякий случай. Так может он с машейкера славит? Ну, там уже вряд ли. Ладно, будем еще хлеще наяривать. Ой-ой-ой-ой. Славик, твой выход. Честно говоря, я чуть не обосрался. Поехали. Ох.
А, я щиточек забыл, сори. Я все под контролем. Там вальпекс добавил. Где там мои поты на ману? Они не играются. Нет чита. Забирал. Угу. Даю щирк. Так вот. Тут не забудьте шаг назад сделать от босса. Не, ну вы посмотрите на этого тролля. Я думал, ты про этот, про квиз. Ага. Ты не забудь, там аэро в Алекса влетит болючая. Сейчас вот. Вакуум вейп и фомайра. Там есть. Нет. А, нет, я тебе дам щиток. Хорошо, дядь. Куда? Ой, ёрзь, дурачок. Я бы и так не сдох, я там так прожался, не детско. Нет, надо фигать, надо рыбу. Я не знаю, как это сейчас будем делать, конечно. Я себя хиляю. Там ЛБ чуть-чуть, но... Я же совсем не в тему ЛБ сдал. Угу. Скажите ему, чтобы он так больше не делал никогда. Надо было. А что там произошло? Ну, Валикс улетел, да, а он решил, типа, засейвить меня и побежал рядом со мной, встал. Я-то все равно первый был, да, и не сдох. А он, короче, всосал там просто невероятное количество урона. Мне он пробил вообще понты. Меня так засчитовали, вообще супер просто. Ладно, я пошел на дно. Может, он запаниковал? Ну, наверное, да.
Блин, ну Бэшку надо было это. После сори, меня что-то зажало там. Эти наложены. Не успел выбежать. А, кстати, у нас там как по этим, по починкам-то? Славик, от тебя спрашивают. У меня все ок. Каждый второй крафтер. Нет, ребят, я не стреляю. Здесь надо как-то. А как убила секретаря? Не добежал, может быть. Было пара. Ты не веришь, но у него ХП дошло до отметки 0. Передумали. Мой дядька слишком злой. Я пересчитал квадратики, вот здесь надо останавливаться. За полоску нельзя заходить. Видите полосочка тут на камушке? Передо мной. Вот за нее нельзя наступать. Запретная зона. У нас ХП все равно до нуля, да, упало. ХП все равно до нуля упало. Давайте про. А что это было?
Тот же вопрос. У меня такое чувство, что кто-то раньше моего топора побежал. Прям вообще. Это был не я. Ой, это мог быть я. Но я бегу на второй секунде. Торт. Я это очень много раз говорил. Да. Я не знаю. Ну не знаю, может это должно успокаивать вас немножко. Потому что ты или пулишь? Я... А если я не пулю, то кто-то бежит первый, я всираю тогда. И фрип. И фрип, та-та-та-та. Раньше были времена. Красивые, мне нравились. Особенно в 11. Кто-то. Кан подгорел. Кто-то кнопка сгорела. Ой, лол. Не ожидал такого было. Что ж он, сколько он может?
хреновенько. Есть что прожать? Щиточек еще накиньте, пожалуйста. А как не попало по остальным? Ёлушки матрёшки. Просто я сейчас рванул, просто не детско. И да, я тоже. Сори, это, по-моему, мой косяк был. Я, если честно, вообще не понимаю, как эту механику делать. Я на ней каждый раз играю, когда ты в обратной совершенно стороне от своего луча. Тебе нужно по диагонали. На спринте только. Спринт на второй механике самое то, самый самолет. Я бы сказал обязательно. Ну да. Не знаю, разве что заранее его попробовать прожимать. Ну, конечно. Запас. 10 секунд всего как-то, не знаю. Мне кажется, его лору сильнее здесь проживает, чем остальные. Басота? В этом есть. Ну хорош. Это был, а нет, нормальный паттерн.
Рафаэль, кому надо? Алекса тупо сдуло. Да, я видел. Прожал больше, чем надо. На семи я тупо сдуло. Да, нам бы сейчас еще человечек туда с Йорычем, мы бы выжили. Некрасиво получилось. А ДПС с Алаганом, ребят, он делит шарку или нет? Нет. Нет. Окей. Там же танк на одном хп, да? Который... Не, после кнопки... А, да. Да-да-да. Там же танк на одном хп, да? Насколько я помню. Ну, на вилдчардже, да? Да. Ну, типа туда. Ну да. Его и там надо щитануть, когда он бежит вперед. Валикс как стоял, его так просто вжух и пока. Ой, я опять забыл, не тяги. Ори славик. Попрыгнем, может? Мы можем прыгнуть, пока не поздно.
Лабиринту. Да, мы видим. Это хорошо. Что вы видите? Или что нет? Черт, подбегу, сори, ребят. Ой-ой-ой-ой. Дайте танк отсюда. Или можно? Я умер, помню. Чего? Федерить, колотить. Пожалуйста, похильте немножечко хотя бы. Так доверишься вам, блин. Все. Нету никому и доверия. Да. Гал, знаешь, заранее посмотрел и все равно пошел со всеми в другую сторону. И да, подхил. Валик, крылышки очень надо. Знаю. У Йора есть моночасти. У меня ни стаков ничего не было.
А, Юру, за кавером быстрее. Нет, кто слил. Блин. Ну он сам виноват. Я провокал, как мог. Я сразу на цирик, он сказал, что все плохо. А, нет, там под хило все плохо было. Ну сейчас умру. Я воспринял буквально. Я-то критовым адлоком? Или он просто? Отойти. Да, не забыли, да, фраера? Не, я помню. Хорошо. Не забыли про подойти? Угу. Помним, любим, скорбим. Да ну нафиг, что за дела? Ладно. Вот тут, по-моему, чуть подальше надо будет. Валя, ты как побежишь? Как обычно. Да. Ну, там как ты смог. По-царски. Тихий, я думал, мы встретимся. Меня аж этой КГшкой притянуло чуть-чуть. Там с маной проблемы. Есть чё? А, ну да, у нас нету больше. РДМ уже нет, да. Ну да, держите, крепите. Ну, наконец-то помыться схожу. Кто употел, ну тихо, давай без этого, вот эти вот шуточки вообще. Они мне не нравятся. В три миличника. Алло. Алло. А он пух лапнул. Просто везет. Лора, молодец. Я рад за тебя. Спасибо, спасибо. Я за ДПС не рад. Я по-человечески рад. Ну блин, ну ты умер. А ты за ДПС, какие-то мелочи. Смотри, тело на драгуна, ну вообще прям. Чё, можно роли на драгуна, да? Мне кажется, он занидит просто и все. На маунта один. Я просто ливайте, пацаны, без шансов.
Ребят, так не выходите какая-то. Сейчас верующие маунты сразу. А покажите все же циферки. Там ужасно все. У меня точно. Ты про свои. Ну я тоже про свои. Нормас, теперь все припушечки. О-о-о, сирену, царь, теперь будешь ходить. Так, главный конкурент отпал с его божественным роллом. Но мы с тобой поделим это. Это Талла. Поборемся с тобой. Да, он где пораньше выйдем? Где это? Надо стрим закрыть. Вы такие добрые.